Главное, чтобы она была, наверное, бы, мне кажется, профессионалом во всем. Профессионалом, если она замужем, то в замужестве. А если она занимается музыкой, то профессионально была в музыке. Если она любит своего любимого, то тоже это дело профессионально. Но главное, чтобы это ощущение вот, профессионала, оно присутствовало. То есть человек не должен бояться сцены или зрителей, я не знаю, там. В общем, должен понимать, что он делает. Уверенность победителя. Уверенность победителя, да, самое важное, да.